Тогда я понял, что такое необходимость. Нам нужно время, чтобы бодрствовать, время для отдыха. Поздравляю, ты выглядишь уставшим. Ты это чувствуешь? Да. Но вдруг я не усну? Сегодня твоя ночь, Кайл. Тебе нужно правильно выбрать место, удобное для сна, и просто расслабиться. Я скоро вернусь. Ну, как он? Ну, он выглядит разбитым. Кто знает, это может быть начало новой длинной ночи. Уложим его в постель. Кайл? Кайл? Папа! Да, да, я в курсе. Это место, где ему комфортно. В ванне? Ну и что? Главное, что он уснул. Если кто-то узнает, мне конец. Говорю же, этот парень пришелец. Иду звонить Стивену Спилбергу. Ладно. Раз он наконец спит, пойду разгребу ту кучу бумаг. Подожди, подожди. Просто останься здесь и... Побудь со мной. Я рада, что Кайл отдыхает. Теперь он, возможно, начнет вспоминать. Наконец-то сон. Несколько часов блаженного отдыха перед возвращением к старым вопросам. Кто я и откуда пришел?